Друзья, у нас карантин, и мы почти 6 дней не выходили из дома. Мы не были в магазины, и наш запас продуктов закончился. И сегодня мы впервые отправляем Сашу в магазин, и он все будет снимать на камере. Смотрите, как мы подготовились. Смотрите, какой у него костюм. Костюм защитный, специальные перчатки, вот такой вот шар, белая маска, очки и такой шлем. У него камера впереди и сзади. Вот такая вот камера. Он будет снимать все спереди и сзади. Все, что творится в магазине. Как он вернется, я вам это все покажу. Это будет очень интересное видео, потому что не разрешают снимать. Саша, вот список. Все, что надо купить. И не забудь мои актимели, йогурты и вкусняшки. Ну что, Саша, пока. Ребята, я вам все это покажу, что творится в магазине. Поэтому обязательно смотрите. Пока! Удачи тебе, Саша, и вам пока!